Всем привет, с вами Раск, и мы продолжаем уже пятую серию нового сезона. Мелла получила вот такую вот классную ножку в прошлой серии, потеряв свою родную, да. Тем не менее, вот, мы теперь пойдем в мастерскую и сопрем там одного из скелетов охранников. Вот. Так. Вскрыт. И идем сюда. Ну. Поднимаем. Так. Такое. Так. Хорошо. Так. Видите? Ты сюда. Плохо. Так. Отлично. Так.
Мелла, ты теперь должна у нас в Сквин пойти. Сквин. Я решил таки поставить гидропонику на крыше в Сквине. А у нас сейчас 0 часов. И мы закупаемся фактически во всех магазинах, где это есть. Это бары и это вот этот вот магазин общего назначения. Вот. На самом деле это, с одной стороны, конечно, за пары каждый раз закупаться, а с другой стороны, я уже всех своих скелетов оснастил вот такими вот, как минимум, такими вот доспехами. Вот эти латы, это добавленным модом. Вот, но они очень классные. Вот, а с учетом того, что у нас все производство и все, скажем так, очень много что завязано именно на скелетов, нам нужны вот эти все и латы, и нагрудник, и штаны. С учетом того, что они не могут получить шлема, рубахи и ботинок, вот эти вот латы, добавленные модом, как вы видите, тут есть такая штука, как, видите, покрытие, голова. То есть, грубо говоря, они покрывают еще голову. А штаны покрывают и ту часть, которая ботинки. А вот доспех еще и голова и рубаха, грубо говоря. Вот. И это очень полезно. И вот пока Айронклад у нас кует латы, точнее бьет латы, он прокачивает ковку доспехов. То есть у него все доспехи получаются высокого класса, стабильно. И может прокнуть на специальный класс. Вот. Как-то так. А Пип нам помогает в этом отношении. Так. Вот так. Пора уже походу продавать все вот эти вот вещи. Мелла, ты как бежишь? Ты бежишь. Вот. Сейчас мы его притащим, он будет третьим. На самом деле. Потому что у нас уже... Так. Вот, мы его заложим в клетку, мы его перепрограммируем. И после этого он пойдет вместе с нами до...
где он тут? Вот до руин. И будет стоять там, будучи мастером у этих скелетов, которые порченные. А Мелла ему будем красть по одному и тащить в наш сквин, где будем перерабатывать их в наших союзников, в нашу группу. Вот. И они отправятся в отряд а-ля арбалетчики-защитники. Как-то так. Вот. С учетом того, что они имеют бонус на восприятие, они именно арбалетчиками и будут. Поначалу они, конечно, вот в нашей деревне они будут стоять тупо на стенах. Вот. И сейчас он дойдет. Я сохранюсь, если вам интересно. Я могу нарисовать, как примерно будет выглядеть наш форпост. Если вам интересно, конечно. Вот. Но вам, скорее всего, не интересно будет. Так, Мелла. Так. В этой серии, помимо того, что мы будем таскать вот этих вот скелетов за и переделывать в нашу фракцию, мы должны сходить в бугристый холм и выкрасть оттуда лорда Феникса. Это обязательно в этой серии. Но если в этой серии не получится, то, скорее всего, следующая серия. Хотя, с другой стороны, у нас убийство – это вот вынос стан. Если вы понимаете, о чем я. Вот стан у нас всего 56. Вот. И я, конечно, постараюсь вырубить лорда Феникса и притащить ему его каменному голему. Но я не гарантирую, что это получится. Вот. А после этого, как только я закончу с переработкой вот этих вот арбалетчиков, мы будем основывать уже собственный форпост. Собственный город. И это будет круто. Да, конечно, как бы я мог бы начать с самого начала это делать. А с другой стороны, Кенши — это такая игра, которая, каким бы ты параноиком не был, тебе придется параноить еще в два раза больше. И так, стоямба. В общем, лучше я перепараную и перестрахуюсь трижды. Вот. Чтобы наших никого не убили. Чем начну просто так вот и всех повырубают и все подохнут. Это уже было, как бы, дважды было такая фигня, когда я начинал форпост без перестраховки. И там проходили краловцы, проходили паладины, приходили берсерки, приходила груда костей. И, в общем, нам всекали. Нет, нет, нет. В этот раз я перестрахуюсь. Пусть они все будут имбаластно вкачанные. Но
когда я остановился, но когда я сделаю свой форпост. В этом форпосте будут персонажи, которые смогут отмахаться от всего. И это всех. Да, может быть, может быть. Это не очень честно получится. А с другой стороны, лучше перестраховаться. Да. Так. Вот я в сквине. Сади этого чувака. Так. Говорить. Inspect Reprogram. Как тебя обозвать-то? Обзову тебя Ферум. Сбегай. Так, сбегай, забери себе доспехи. Так, так и так. Так. Так, на секундочку. Отряды. Создать отряд. Назовем их крафтеры. Крафтеры. И всех их перемещаем. Автосохранка, блин. Не, ну, спасибо, конечно, но не тогда, когда я их перемещаю. Вот. Так. Так, так, так. Двигайте сюда свои стопы. Так. Мелла. Так. Так, так. Кай. Вдруг понадобится. И вот это тоже. Так, так, так. Дед Мелла. Иди пообщайся с Бипом. Окей. Так. Забирай. Забирай. И вот это можно продать будет. Так.
Продаем. А что тут у нас? Так, здесь ничего нету. И это хорошо. Вот это мы продаем. А это мы покупаем. Так, это мы знаем. Тоже знаем. Технология известна. Так, паёк мы покупаем. Теперьича. Идем сюда. И феррум тоже идет сюда. Так. Бип. Так. Торгуй. Окей. Замечательно. Так, теперь иди сюда. Так, где-то тут. Вот. Окей. Это мы продаем. Так. Это мы покупаем. Блин. Так, теперьича. Не то что давеча. Иди в этот бар. Где тут торгаш? Вот. Так, так. И вот так. У нас теперь денег есть, чтобы я тратил их на всякую фигню. Вот. Бипище. Крепость у тебя, конечно, такая себе. Надо будет тебя вкачать. Так. Тут и так мало. Раз, два, три, четыре. А тут раз, два, три, четыре. Так, а тут? Так, раз, два, три, четыре, пять. И тут тоже пять. Так, тут шесть их. Пусть будет пять. Тут мы тоже возьмем. Так, тут тоже возьмем. Так. И пусть лежит здесь.
Чего здесь не хватает? Электродетали. Детали. Еще одну штучку, да? Окей. Окей. Строить. Понятно. Ренклад, ты у нас чем можешь? Высокий, да? Так, Феррум, ты где у нас? Ага, Амелла. Так, вместе и двигайтесь вот до сюда. Может, поговорите о чем-то? Атлетика 37, да? Ладно, пока беги, ну, пока бегите, я поставлю на паузу, чтобы мои зрители не скучали. Итак, вот мы добрались до этой лабы. Так, теперь Мелла вскрывает замок. И отходит. А Феррум открывает лабу, заходит и будет получает вот этих всех союзников. Вот так, Мелла, вот он будет здесь стоять. Поднимай. Вот, а теперь двигай в Сквин. Да. Вот, Феррум тут постоит. Так, одного мы сперли, а так их. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. Так, три сзади. Пять, шесть, девять. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. Их тут 24. Мы всех должны перетащить и переделать в своих союзников. Вот, как-то так. Скорее всего, я закончу. Точнее, сниму с паузы, когда закончу с этим делом. Да. Мои скелеты выглядят сурово и эпично. Да.
Как-то так. И это они еще ничего не умеют. Вот посмотрите вот на этого. Прямо эпик. Прямо ух. Но тем не менее, это он еще ничего не умеет. А вот когда будет уметь, вся эта пафосная поза будет вполне себе оправдана. Ладно, бежим дальше набирать наших охранников на стенке. Итак, мы продолжаем собирать вот этих скелетов. Это занятие уже долгое. Вот. И этим я займусь, скорее всего, уже точно между сериями, потому что очень много требует времени, чтобы перетаскать их из точки А в точку Б, из лабы в сквин. Вот. И действительно, я займусь этим вне серий, потому что действительно очень много времени требует. Уж извините, если повторяюсь. Вот. И все вот эти вот идут, как вы видите, в отряд защитников. Вот. И после этого, когда я закончу с ними, я пойду, скорее всего, в бугристый холм выцеплять главного паладина. Вот. Но до тех пор, пока-пока.